Итак, друзья, еще одно видео. Фотографы у нас представлены. Творческий класс Ратмуза. Креативный альянс Арт Конфессия. Представляет выставку особенности субъективного реализма, друзья. Небольшой экскурс проведем для тех, кто не может по каким-то причинам посетить нашу выставку, пожалуйста, либо посмотрев, можно посетить на Васильевском острове, друзья. Фотографов много, фамилии их называть пока не буду, но фотографии, друзья, классные. Особенно нравится вот этот лунный свет, а это лицо. И вот шедевр Анна Беккас «Загадочная ночь». Шедевр, друзья. Еще один ее шедевр. И вот уже выступление знак идут, это уже считается шедевр, друзья. Сделано. Сделано здорово. Дальше Светлана Филипповская. Такие вот портреты у меня. Дальше мы смотрим. Вот это тоже Павел Кузнецов, Казанная. Ирина Михайловна, Алиса Костровская. И вот на этом мы, друзья, уже заканчиваем. Рыбаки и рыбки. Прокш. Вера Вахова, «Дорога к небу». Тоже здорово сделано. Так делают шедевры. Авторы вы видите. Еще бы хотелось вернуться к этим фотографиям, которые мне очень сильно понравились. Анна Беркос, которую я не знаю. Тем не менее, заслуживает повторное видео на записи «Лесные сказки». И вот наступление сна тоже. Вот на этой картине наступление сна мы закончим. Пойдем отдыхать. До встречи.